Всем привет, улички, ребятулечки! Вы на канале Просто Play For You, и сегодня с нами наши любимые Викингс, War of Clans. В этом видеоролике у нас анонс конкурса, который стартует уже завтра в 20:00 по Киеву. Так что всем, кому интересно, что да как, присаживаемся поудобнее, берем с собой чаечек, бутербродик, либо другие вкусняшечки, обязательно прожимаем лайкосик, ну и, конечно же, полетели смотреть видосик. Мозычко! Ну что, ребятулечки, первое, что вам нужно будет сделать, это, конечно же, поддержать данный анонс лайком. И если мы с вами сумеем набрать 150 лайкосов до завтра, до 20:00, то конкурс выходит вовремя. Если не сумеем, то конкурс выйдет уже послезавтра. Если же за 2 дня мы не сумеем набрать 150 лайкосов, то конкурс переносится неизвестно на когда. Значит, вы его не сильно ждете, значит, он вам не сильно нравится. Но все же я надеюсь на вашу поддержку в виде лайкосов. И думаю, мы все же с легкостью сумеем набрать 150 лайкосов. И уже завтра в 20:00 выйдет невероятный неповторимый видеоролик, в котором нужно будет очень внимательно смотреть. Да-да, ребятулечки, я думаю, вы все догадались, это конкурс на внимательность. Выйдет видеоролик, в котором в разных местах, в разные периоды времени будут появляться разные предметы. Возможно здесь, возможно здесь, возможно на весь экран, возможно большие, возможно маленькие. Вам нужно будет очень внимательно смотреть видеоролик и посчитать, сколько и каких предметов появлялось на протяжении всего видео. Всего будет 3 вида предмета, вам нужно будет посчитать, сколько раз каждый предмет из них появлялся. Так что, ребятки, самые внимательные, 30 первых ребят, которые будут самые внимательные, которые правильно посчитают количество предметов, выиграют у нас призы. А призы очень сочные, очень заманчивые. Я думаю, никто бы из вас не отказался от невероятной, неповторимой подписочки банкир. Ну, если вам не нужен банкир, то, возможно, вам нужен грабитель. Если у вас есть и то, и другое, то, возможно, вы захотите взять себе невероятно неповторимое братство Севера, чтобы получать в 2 раза больше сундучков с очень жирным наполнение. Правильно, ребятулечки, правильно вы догадались, подписка 3-2-2, почти на год можно выиграть подписку на выбор. Если же подписка вас не интересует, то у нас будет альтернатива, это любое достижение, конечно же, не считается у нас король севера, не считается у нас в числе сильнейших и олимпиец. Все остальные достижения вы можете с легкостью выбрать, и дополнительно к нему вы получите, конечно же, золото за выполнение достижения, и еще как бонус получите ускорение 50 тысяч 7-дневных ускоров вместе с достижением. Я думаю, здесь все просто и понятно. Внимательно смотрим ролик, считаем количество предметов, которые появляются. Всего, напоминаю, будет 3 вида предметов. А вот сколько они раз появляться будет, не знаю, не знаю. Это уже придется вам посчитать, внимательно посмотреть. И 30 первых счастливчиков, которые правильно ответят на то, сколько каких предметов появлялось, получают на выбор либо подписку 3-2-2, либо достижение плюс ускорение. Все ответы присылаем, как обычно, в Discord. Ссылочка будет в описании под этим видеороликом. И, конечно же, под завтрашним видеороликом будет ссылочка на группу. Группа называется «Внимательность 11.05.2023». «Attentiveness 11.05.2023». Sorry for my bad English, but I'm study, and I make English content in my channel. Так что, ребятушки, присылайте ваши ответы вот сюда. Вы пишете ваш ID. Вы пишете ваш ID, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это ваш ID. Вы пишете, хочу подписку 3, 2, 2, грабитель. Грабитель. И пишите предметы, которые появлялись. Так и назовем. Первый предмет, первый предмет. Там, возможно, будут рун монеты. Вот будут рун монеты. Рун монеты появлялись у нас 10 раз. Следующие появлялись у нас там очки славы. Очки славы. Очки славы появлялись у нас тоже 10 раз. И третий предмет у нас появлялась там волшебная шляпа, допустим. Волшебная шляпа. Она появлялась, допустим, тоже 10 раз. И отправляем ваш ответ. Все. Ответ вы отправили, это все принимается. Есть айдишечка, есть награда, есть ответ. Редактировать нельзя. Если вы отредактировали, например, исправили на 11, и оно написано «изменено», данная работа не принимается. Изменять ответы нельзя. Нельзя изменять ответы, вы просто можете занять место в числе первой тридцатки, а потом ответить неправильно, а спустя там определенное время пересчитать предметы и уже ответить правильно. Так, к сожалению, нельзя. Измененные работы приниматься не будут. Повторюсь еще раз, для тех, кто не услышал, не узнал, не увидел.
Измененные работы приниматься не будут. Нужно обязательно указать ID, обязательно указать награду, грабитель или достижение. Какое вы хотите. Например, вы хотите достижение, грабитель. Если грабитель вам не нужен, то вы пишете плюс один. Ну, не важно, даже не просто пишите Сизиф. Сизиф плюс один. Все, Сизиф плюс один. Все. Вы написали ID-шечку, вы указали награду, вы указали ответ. Менять ответы нельзя. Поэтому, если вы ответили неправильно, вам лучше всего просто взять и удалить ваш ответ и написать заново. Измененные ответы автоматически не попадают в розыгрыш. Даже если вы ответили правильно, измененные ответы считаться не будут. Я думаю, здесь все просто и понятно. Внимательно смотрим видеоролик, внимательно смотрим по всем углам, по всем краям, где могут появляться разные предметы. И, конечно же, считаем, сколько раз какой предмет у нас появлялся. Дальше переходим в Дискордик. И уже в Дискорде пишем вашу ID-шечку. Обязательно ID, обязательно пожелание по награде. И, конечно же, ответ. Менять ответ нельзя. Все те ребята, которые изменяют ответ, лучше его удалите и напишите заново. Если вы изменили, то вы автоматом уже проиграли. Измененные работы приниматься не будут. Если вы забыли указать ID, работа не принимается. Если вы забыли указать награду, работа тоже не принимается. Так что, ребятулечки, 31-х человек, 31-х участников, 31-х победителей будет у нас завтра. Смогут они выбрать 30 ачивок, либо 30 подписок. Кому что не хватает, кто что хочет, тот и победит. Очень сочные подписки, ребятки, еще раз повторюсь, если вам нужна подписка 3-2-2 грабитель, пожалуйста, участвуйте завтра в конкурсе. Если вам нужен банкир, тоже участвуйте. Братство Севера, обязательно участвуйте. Если хотите прокачать Сизифчика, то обязательно подпишитесь на канал, прожимайте все уведомления, чтобы завтра в 20:00 не пропустить невероятный повторимый конкурс. И вы сможете поднять либо планировщик, если у вас не прокачан, либо, допустим, вот мне бы не, я бы не отказался от Кровавого Ярла, чтобы не распускать войска. Потому что все остальное у меня, в принципе, уже есть. А так, ребятки, рекомендую, конечно, прокачать в первую очередь Сизифчика. Невероятного, неповторимого Сизифчика до 15 уровня. Так что, я думаю, максимально подробно и ясно все вам рассказал. 30 наград, 31-х, кто правильно ответит в конкурсе на внимательность. Изменять нельзя, обязательно указываем ID, обязательно указываем награду. Чтобы я потом вас всех не искал и не допрашивался, кто что хочет. Я думаю, здесь все просто и понятно. 31-х у нас получат призы. Так что, ребятки, желаю всем удачи. Будьте очень-очень внимательны. Не отвлекайтесь. Завтра в 20:00 выходит видеоролик. Если мы сумеем с вами набрать 150 лайкосов, так что я в вас верю. Всем большое спасибо за внимание. Всем, кому интересно, это замечательная игруха. Обязательно подписывайтесь на канал, ведь тут для вас очень старается ваш просто Play for You. Приходите на стримчики. У нас весело, интересно. И со вкусом, так сказать. Еще раз всем большое спасибо за внимание. Всем, конечно, счастья, здоровья. Ну и скоро увидимся. Всем покедова и хорошего настроения я желаю вам.